это ученики Иисуса Христа. Он может слушать Иисуса Христа и передавать это другим. На земле было очень много людей, и он не мог всех научить. Но он не выбирал каких-то особенных, грамотных. Он выбирал самых обычных рыбаков. Апостолов у него было всего лишь 12. Их всего 12, не считая Павла и остальных 70 учеников. Апостолы делали очень много. Ходили по разным странам, проповедовали. Ученик распространяет это учительство, чтобы правильно жить и попасть в рай. И он как бы дальше учит других людей, как нужно правильно жить и как не надо ссориться. Но я знаю, что еще на место одного апостола поставили другого. Одного апостола вычеркнули, потому что он предал Иисуса Христа. Ему дали денег, чтобы убить Господа. И в итоге, когда Иуда сел на колени и поцеловал Господу, выбежали люди, которые хотели убить Господа. За 30 серебряников он продал своего учителя и стал... И больше не был апостолом. А на его место поставили Матвея. У апостолов между ними были братья. Иоанн, Иаков, Андрей, Петр и многие другие. И после них вот все храмы, которые у нас сейчас есть, это они передали свое учение, чтобы весь мир знал, что проповедовал Христос.